начальник отделения информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу Мироненко Ольга. Сотрудниками Комсомольского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с коллегами из Управления ФСБ России по Хабаровскому краю в ходе проведения операции «Путина-2017» на реке Амур в районе села Нижнетамбовское был остановлен теплоход под управление 42-летнего капитана, жителя города Юности. На борту теплохода стражи правопорядка обнаружили 17 фрагментов рыб осетровых видов и 170 килограммов черной икры. Как пояснил капитан судна, данную продукцию он перевозил по просьбе своего знакомого из села Тахта в город Юности. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вся изъятая продукция помещена на ответственное хранение. Общий ущерб государству составил свыше 2,5 миллионов рублей. Проводится расследование. Да вот здесь он. Нож здесь нож. Вот он.